Роскомнадзор потребует удалить пиратские копии Шерлока из интернета. Соответствующие письма уже отправлены провайдерам. Напомню, что последний эпизод сериала про британского сыщика в русской озвучке Первого канала нелегально появился в интернете еще до премьеры фильма в Великобритании. Журналисты Лайфа выяснили, кто озвучивает в России зарубежные сериалы и как готовое видео охраняют от злоумышленников. Здесь пишем, да. Брак — это всегда сложно. Мы злимся, ссоримся и храним страшные тайны. Ну вот как-то так приходится все это делать. Часто бывает, что картинка не финальная. Финальное видео часто присылается перемонтированное. Для большого экрана, когда ты вообще не видишь, у тебя вообще черный экран. Когда приезжают оттуда проверяющее лицо, которое следит за процессом, но ты не видишь на экране вообще ничего. И храним страшные тайны. Мы работаем только со звуком, который просто так его использовать нельзя. Это надо понимать, куда, как его использовать. Человек без специальных знаний не разберется. Мы получаем звуковую дорожку от правообладателя на иностранном языке заблаговременно, и вместе с этим получаем техническую версию, техническую копию продукта, которая низкого качества в черно-белом виде, и на которой стоят отметки о том, что это не предназначено для показа, что исключительно для технических работ. Количество людей, которые имеют возможность получить доступ к хранилищу, к серверу с оригинальными продуктами, очень ограничено. Даже специально обученный хакер, как говорят, да, должен потратить будет очень много времени, чтобы преодолеть все барьеры защиты, прежде чем получить доступ к контенту, который хранится на наших защищенных серверах.